Десятки самолетов со всего мира собрались на одной летной площадке в польском городе Гдыня. Там проходит авиашоу. Среди участников свое мастерство продемонстрировали и украинские пилоты. Больше об одном из самых масштабных авиапоказов в Европе расскажет Александр Кулебаба. Зрелищно взмывает в небо и резко опускается вниз. Эти мастерские пируэты выполняет украинский пилот. За штурвалом Су-27 подполковник Юрий Булавка. Он в этом году стал лучшим в сольном выступлении на авиасоревнованиях в Великобритании, а на этих выходных стал гвоздем программы небесного шоу в польской Гдыне. Всегда, как говорят, изюминку на торте оставляют в конце, чтобы люди не расходились. Пилоты в течение 3 дней на аэродроме в Гдыне демонстрировали свое мастерство на протяжении 7 часов. В моей программе около 28 фигур и выполняется за 15 минут. Самое, что популярное среди всей публики, это колокол. Когда самолет останавливается в воздухе и как бы падает вниз или сдает задом. Вот. И все остальные маневры, такие как развороты, боевые развороты, это все очень, очень хорошо смотрится и людям нравится. На авиашоу прибыли десятки самолетов со всего мира. Среди них военная авиация стран-союзников НАТО, Ближнего Востока и Украины. Отечественные пилоты-истребители показали в Польше Су-27 и Су-24. Мы видим, что люди... Люди очень заинтересованы. Второй день не можем отойти от самолета. Столько желающих увидеть, посидеть и прикоснуться. Около украинского транспортника Ил-76 выстроились очереди. По раз перший видя такой великий самолет. Первый раз вижу такой большой самолет. Он невероятный и очень впечатляет. Откровенно говоря, я еще вживую так близко не видел такой большой самолет. Авиашоу в Гдыне всего за 3 года существования стало одним из самых масштабных в Европе. Только в прошлом году его посетили 300 000 зрителей. Александр Кулебаба, Игорь Антонюк из Гдыни, UATV.